Всем привет! Мы продолжаем прохождение игры «Колонизация Марса» в режиме кампании. Давайте сбегаем на нашу базу, посмотрим, как там обстановка с нашим урожаем, потом поедем допиливать базу. Так, посмотрим, что у нас в инвентаре. Так, в инвентаре у нас все хорошо. Вот единственное, что вот у нас уже стальных пластин 100, здесь 56. Надо, конечно, это скидывать уже. То есть нам не нужно столько пластин. Давайте сбросим. Потом объединим все. Весь урожай. Так, смотрим, что у нас с картофелем. 99,7. Ну, нормально. Вот, смотрите, помните, мы там переподключили. Так, у нас... Хотя нет, мы еще не переподключили. 303 объем. Это у нас мало воды. Так, смотрим. Так, выросшее растение. Все, выросло. Смотрим. Так, здесь еще рост. Здесь рост. Здесь тоже рост. Угу. Так. Давайте собирать. И потом поедем. Здесь у нас еще растет. Да, тоже все уже готово. Сбор урожая. Вперед. Угу. Available point for technological advancement. Да, что-то тут такое. Смотрим, сколько мы тут собрали за один заход. Так, так, так. Это все объединяем. Применить 52. Вот, все замечательно. И знаете, вот все-таки рекомендую, может быть, попробовать, поэкспериментировать. У нас 4 слота остается всегда незадействованным. Давайте, может быть, попробуем посадить что-нибудь сюда. Будет ли у нас на этой гидропольной полке, гидропольной, полной, расти что-то? Вот у нас 4 всегда остается незанятых. Все. Смотрим. Инвентарь. Все, сбрасываем тогда. Ну все, надо ехать. Помчались. Так, здесь у нас... Ну, здесь еще растет рост. Пусть растет. Так. Технологическое дерево. Вот у нас одно. Даже не знаю, куда его тут потратить. Ну, некуда. У нас нужен чертеж теплицы. Так, электричество уже 6. Но мы тут просто в тупике. У нас нужен большой сменный аккумулятор. Нет у нас его. И нет у нас чертеж. Эффективная фотогальваника. Механика, ничего нет. Ну все, помчались. Конечно, надо еще воды набрать и зарядить аккумулятор. Так, и тоже. Все. Выключаем. Заряжаем. За водой и поехали. У нас голод. Ну, ничего страшного. Все. Так, инвентарь. Угу. Где у нас тут? Потребить. Все, едем на водопой.
Так, по-моему, я там переключал. Или все-таки я не понял, что это у нас там. Запасы такие мелкие он показал. Да, переключено. Тут совсем какой-то децл. Типа запасы воды у нас незначительные. Я бы так не сказал, что у нас незначительные. 2000 литров. Странно, ладно. А здесь у нас показывается, было 300, да, литров. 491. Как-то странно это вообще. Откуда он там? Ну-ка. А здесь запасы. 20 литров. Вход. Какая-то странная логика. Вот, общий вход 2000. Ну, там что-то как-то не совсем корректно отображается. Ну, ладно, давайте, поехали. У нас заряженный байк. Наш квадрик. Летим. Допиливать все. Там остались какие-то, по-моему, коридоры. Еще что-то по мелочам. Ну, посмотрим. Как бы прохладно, минус 23. Ну, самый расцвет. Все то, что нужно. Так, нужно левее держаться. Иначе... Там, по-моему, какой-то этот самый... типа оврага, что-то такое. Не хотелось бы... в него провалиться. Ну да, вот этот каньон. Вот, едем, подъезжаем к недопиленному сооружению. Прям так и хочется. Ух ты, как ты, что ж ты так прыгаешь-то, а? Родное сердце. Прям как этот. Как Сайгак. Извините за выражение. Угу. Все. Ну вот, все хорошо. Смотрим. Ну вот, видите, тут как бы часть распилена, часть нет. Ну, давайте. Пустой ящик. Ну да, он закрылся автоматом. Так, давайте, не будем тянуть. КТ за хвост. Ресурсы нам нужны, конечно, нужны. Без них мы просто погибнем. Так, ну, конечно, третья болгарка рулит. Так. Ну, время у нас еще есть. Времени у нас предостаточно. Вот, за такой короткий промежуток времени мы должны спилить все по максимуму. Длиннющие тут коридоры. Остальные опять пластины. Видите, мы уже тут напилили. В общем-то, почти 100 пластин оставили в этом так называемом ящике хранения. Ну, это не совсем ящик хранения, это такой холодильник. Но другого пока у нас ничего нет.
Вот, если что-то вывалится, мы это увидим. Думаю, тут все хорошо в этом отношении. Так. Угу. Ну, тут буквально это займет какое-то время, но что делать? Иначе нам удачи не видать. Поехали. Выше, выше и выше. Вот, смотрим. Ничего не посыпалось. Что-то такая тема. Дальше больше. Кстати, вот на карте оно отображается или нет? Ну, если кто смотрел предыдущую серию, там как раз мы нашли этот самый... Ох ты как. Смотрите, среднемонтажная плата. Все в воздухе висит. Переработанные продукты. Это хорошо. То есть, вот это подтверждает то, что смело пилите. Все повиснет в воздухе. Ну, по идее, должно было, конечно, на землю упасть, но не падает почему-то, не хочет. Вот еще вот этот коридор допиливаем, и все замечательно. Вот, и потом дальше мы по всей видимости посмотрим. Время у нас есть. Так, теперь на карте. Что у нас на карте? Так, удаляем. Удалить. Там отслеживание и наименование. Распилено. 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 Ладно, не будем мы тут вдаваться во все эти филологические подробности. Вот у нас тут тоже знак вопроса. Вот что у нас обозначено. Так, у нас что-то. Тут у нас мы допилили только то, что рядом было. Вот спилили. Так, мастерская, спилил, спилили. Это тоже можно, кстати, также написать. Спилили. Наименование. Угу. Пилили. Все, тут ничего больше нет. Спилили 2, спилили 1. Давайте вот это удалим. Все. Вот значок еще. Слеживание. О, нет. Значок просто вот такой. Все, поехали. Поехали куда? Так, у нас есть еще время. Радар. Мы можем, конечно, вот сюда подъехать. Вот меня вот это интересует. Что это тут такое? Ну, хотя, ладно. Давайте вот сюда. Отслеживание.
Все, теперь у нас как бы задача такая, что мы будем ездить взад-вперед, искать ресурсы. Ну давайте хотя бы здесь поближе. По горам, по полям. 800 метров, ничего страшного. Это практически рядом. Тут углубляются гораздо, на гораздо большее расстояние. Лишь бы только это не было там каким-то страшным этим препятствием. То есть по горам тут скакать — это вообще грусть. Печаль, могу сказать точно. Угу. Так, вездеход наш 38. Отлично. Ох, подлагивает, конечно, но что делать? Так, вот обратить внимание там. Сейчас, секундочку. А, ну ладно. Не будем задерживаться. Может быть, это обозначение воды, там, помните, вот такой, как бы значок такой. Может быть, это как раз показано, что здесь находится вода. Угу. Сканером пройтись. Можно поступить по жесткой схеме, сразу все это попилить, но мы все-таки зайдем. Ну какой. Не могу достать. Спади. Может, вот эта ручка. Так, это выход, это он. Тоже под ноги надо глядеть. Это у нас просто, я так понял. Выход на улицу. Это вообще просто какое-то пустое здание. Это такое ощущение недопиленное. Да, осталась какая-то. Может, а, ну, скорее всего, мы здесь были. Но не допилили. Ну, давайте тогда его тоже снесем. Ну, почему-то, может, я маркер забыл поставить, не знаю. Ну, все, время у нас есть. Давайте его. Тоже не будем тянуть. И вперед. Вот тут вообще просто пустое здание, да? А вот рядом у нас... Секунду. Я не понял. Смотрите, обратите внимание. Да что это? Ну-ка. Ага, вот оно в чем дело. Так. Или бак такой. Я просто, вот представляете, рядом нахожусь и не вижу. Угу. Говорится, в 2 метрах не разглядел. Что-то какая-то, какие-то странности, вот, честно говоря. Угу. Фантастика. Ну вот еще вот это допилим. Угу.
Там, по-моему, тоже... Вот, смотрите. Это же планшет. Ох ты, мы слепые. Слепые. Слепыши. Вот он, планшет. Так, инвентарь. Забытый планшет. Использовать? Вот, наконец-то, смотрите. То, что нужно. То, что мы ждали. Это называется эффективная фотогальваника. То есть это простой проект строительства солнечной панели среднего размера. Отлично. Все. Так, давайте этот удалим. Маркер. Удалить. Все. А вот этот у нас... Сейчас мы подъедем к этому зданию. Аккуратно только. процентов нормально. Вот то, что нужно. Наконец-то мы нашли то, что нам, ну, интересно. Так, подъехали. Это все мы спиливать будем. Смотрим. Так, табуляцию. Так, инвентарь. Ну, у нас мы тут на пределе практически, да? Среднемонтажная плата. Так, это сюда забросим. Ну, давайте промчимся. И я думаю, сейчас мы посмотрим здесь по максимуму. Может быть, что-то добудем. И уже нам надо возвращаться будет. Электроника. Вот просто смотрите, ну не добраться до этой электроники, пока мы тут все не распилим. Все. Вот оно, замечательное место. Вот еще один планшет, но это просто нам везет. Инвентарь. Это хорошо. Использовать, что нам предлагают. Пассивная компостная машина. Я беру на себя исследование доктора Кларка. Мой проект объединит две базы. Какое связано? Та-та-та-та-та. Ага. Состав техническая компостная машина. Это для удобрений. Это ботаника. Тоже все хорошо. Открываем. Так, электроники тут нет. Так, стальная пластина. Не забирает ее почему-то. Странно. Ну ладно. Ну тоже как бы такая вот непонятная тема. То есть ты подходишь, как бы вот она пластина, вот ее забрать, но он не забирает ее. Тоже стальная пластина не забирает. А если вот это все спилить, я думаю, что может быть он и заберет. Пакет шурупов нет. То есть это просто какой-то. Ну, главное, фотогальваника. Ну, все, сейчас мы. Давайте. Мы этот пока аппарат. Не, пока вот эту всю систему допиливать не будем. Да, 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 да. Так, тоже ничего нет. Ну, как хорошо-то. Замечательная база. Так, что у нас? Солнечная панель. Открываем. Так, нету средних монтажных плат. Вот она, отлично. Малая монтажная плата. Ну-ка, смотрим, у нас вообще есть куда? Да, есть еще куда. Вот, она нам нужна будет. Угу. Так, сколько времени? Тут главное по времени не ошибиться. Так, так, посмотрим. Под ногами тоже, в принципе, ничего нет. Такого в глаза не бросается. Это мы все открыли. Открываем. Вот, смотрите, я предлагаю, конечно, как бы чуть-чуть другой вариант. Вариант такой.
мы ставим маркер здесь. Ставим маркер и потом уже приезжаем чуть попозже сюда. Потому что 1700 км сейчас будет темнеть все это дело. Можно, конечно, тут кое-что спилить еще так это. Солнечные элементы. Вот нам это очень важно. Ну, еще 20 минут попилим и потом вперед. Главное, что мы можем теперь делать средние так называемые панели солнечные. Это очень важно. Вот вы видите. Это совершенно другой, как говорится, подход. Это совершенно другие мощности. Это совершенно другой результат. Да. Солнечные элементы, они нам пригодятся. Все, давайте еще одну, может быть, спилим и поехали. Потому что темнеет, мы тут ничего хорошего нас не ждет. Давайте поставим маркер. М. Где мы тут находимся? Вот. Ну, давайте вот тут. Отслеживание. Все, едем. Быстрее на базу. Иначе будет тема грустная. Мы просто замерзнем. Не, у нас, конечно, есть эти, как его, медицинские комплекты, но насколько мы на них продержимся, я не знаю. Как-то мы продержимся. Все, отлично. Прямо на закат, смотрите, едем. Ну вот в горы все-таки я не рекомендую тут. Тут есть любители по горам полазить, но я вот не знаю. Не рекомендую. Все равно это такое напряжение. То есть постоянно он там падает, постоянно там погибает. Это не самый лучший вариант. Все, едем. 1000 километров. Он говорит, вовремя мы стартовали. Сейчас будет потихонечку холодать. Холодать нам это не нужно. Так, вот так, включаем под освещением. Почти километр нам, да, пилить. Ну да, ожидается там типа похолодание и все такое прочее. О, как. Это прыжки вот эти, конечно. Так, осторожно. Да, чуть левее возьмем. Такие глыбы огромные. Скальные породы. Не вовремя мы уехали. Ну, тут смысл в чем, что мы должны вовремя вернуться. Вот, об этом и речь. А, это недостаток сна. Ну, это не страшно. Главное, не холод. Ну, вот мы уже на базе практически. Ой-ой-ой. Прям ты. Стоп. Смотрите, какая тут тема. Типа нырнуть туда. И все. И сектор приз. Как это объезжать тут все, препятствия эти. Ну вот, поэтому аккуратнее надо.
подъезжаем. Вот так. Стоп. Стоп, мотор. Так, еще пока не похолодало. Давайте на базу. Там, по-моему, что-то уже заколосилось. Должно было что-то вырастить. Угу. Так. Значительное понижение. Так, смотрим. Да, 50%. Сейчас быстро возьмем. Где наша селка? Так, монтажные платы мы сюда, в этот стол. Инвентарь. Ну, у нас просто не хватает малая монтажная плата. Вот у нас две малых монтажных платы уже. Ну, все, мы, в принципе, заняли. Так, и давайте пересадим все это дело. Быстрее, быстрее, быстрее. Где этот лоток? Вот он. И я думаю, если у нас тут растет более-менее... Ага, видите, обратите внимание, рост без гидропоники. Ну что, тогда и будем так и сажать. Это все снесем. Нам как бы пока инкубатор этот, наверное, уже не нужен, да? Как вы думаете? Думаю, этот инкубатор — это лишнее движение. Просто снесем, вместо него поставим. Еще одну гидропольную эту полку. И прям так будем сажать. Смотрим, что у нас тут. И все. Так. Закидываем. Давайте пока среднюю монтажную плату сюда тоже бросим. Где-то беда. Винтарь. Угу. Все, так надо делать. Инкубатор, я думаю, нужно будет спиливать. Давайте лучше сюда гидропольную еще одну полку поставим. Так, а ну-ка по расходу еще выровняем все. Что ж такое, давай использовать. Так, 1.3. Угу. 3.6. Так, 3.6, все. А вот эту можно и спилить. У нас тут минус 9. А давайте ее спиливать. Что-то я так долго мы тут. Инкубатор этот, он как бы не совсем понятен для меня. Мы тут на картофеле специализируемся. Ну-ка, тут все хорошо. Мастерская у нас в хорошем состоянии. Так, а ну-ка, назад. Угу, чертежи. Главный жилой блок. Вот. Малая гидрополная. Ну, давай сюда ее. Вот так. И мы как раз этим и займемся. Засеем тут все. Ну, видите, ну растет же. Что делать? Где эта селка? Вилка. И знаете, так. Угу. Так, так. И еще разделим. Разделить. 47-47, давайте сделаем семян. Здесь у нас инкубаторская. Ну, это не сюда ты. Так, 47-47. Ссылка. Там мы закрываем. Снизу. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Так.
Вилку. Как она? Знаю, знаю. Сейчас. Все. Так, 10.08. Хватает им тут воды, интересно знать. Смотреть. Ну да, рост начался. Все хорошо. Значит, хватает. Пусть растет все. И колосится. Так. Так, так. Отдыхать пора уже. Так, H2O. Все забрасываем. Все, пошли отдыхать. Низкая температура, это хорошо. Все, давайте отдыхать. Так, хотя с другой стороны инвентарь. Давайте кислорода добавим, наполним. Не даст отдохнуть нормально. Ну, тут вообще, ну, сколько есть. Все, отдыхаем. Вот, отлично. Открываем. Угу. Так, еще пока прохладно, но ничего страшного. Игра сохранена. Так. Ну что я могу сказать? Давайте изучать все, что нам нашли. Два чертежа. Так, смотрим, как у нас тут вообще все колосится. Но это мы как бы из этого, из инкубатора. Здесь у нас тоже рост идет. И смысл. Так, механика. Инвентарь. Так, это у нас тут. Кстати, ну это мы не перебросили еще. Так, ботаника. Что у нас? Одно. Нет, теплицу мы не нашли. Вот, как бы мы тут не попали в такую интересную систему, что нам нужно будет построить еще один стол, да? Так. Заходим. Технологическое древо. Материалы. Мастерская. Давайте дальше вот это все изучать. Модули, коридоры. Механика пока мы ничего не можем. Вот здесь у нас, да? Вот, мы нашли то, что нужно. Ну-ка, давайте. Есть, отлично. Стол. Так, быстрая зарядка. Антенна нам не нужна. Та-та-та-та-та-та. Вот это. Вот это вот. Так, тут у нас уже чертеж. Улучшение увеличивает емкость аккумулятора. То есть антенна. Что он дает? Значительно увеличивает действие, радиус действия планшета. То есть можно так. Это ускоренная зарядка аккумулятора. Ну вот эти все три. Ну что я могу сказать? Стол нужно строить. Или ну не стол строить, но... плюс 10. Вот мы тут попали на ТВ. Почему? Потому что... Я сейчас объясню, как смогу. А, кстати, обновилось. Вот 1935. Вот это как раз этот и есть объем. 59 мы на пределе. Если мы 70 поставим, то вот как бы предлагаю все-таки это дело поставить этот стол.
он нам нужен. И мы тут просядем, давайте добавим десятку, а потом будем думать над гальваникой. Давайте, прежде чем ставить стол, мы добавим 10 120, 70 киловатт. Ну, нормально. Ставим стол еще дополнительный. Механика, биология. Так, чертежи. Угу. Электричество. Вот 10 киловатт. Ну, все у нас есть. Не просядем. Отлично. Смотрим, какое потребление у нас. Я думаю, сколько было там? 69, да? Сейчас у нас должно быть там. Ну да, ну да. Вот мы на пределе, можно сказать. И будем там переделать все. Так, сейчас сюда. Инвентарь. А, ну плату там. Ну ладно, неважно. Электричество. Так, чертеж мы еще этот не нашли. Аккумулятор мощный. Стол мы построили. Так, вот этот. Это позволяет накапливать больше энергии. Давайте, отлично. Так, это что? Улучшенная емкость аккумуляторов транспортных квадроциклов. Ну, это так, постольку поскольку. Это что у нас? Ускоренный заряд аккумуляторов. Давайте. И вот это устройство, значительно увеличивающее радиус действия планшета. Ну, давайте так. Нужен чертеж, аккумулятор. Нет, у нас его нету. Нужен чертеж, автоматическая очистка панелей. Ну, это в разработке, я так понял. Ну, давайте тогда вот здесь еще. Все, ну все. Инвентарь мы тоже сейчас сюда перебросим эти. Давайте. Как у нас тут все растет и благоухает. Все, построили, мы прокачали механику, электричество. Давайте так. Все. И за водой, да? Ну вот у нас как бы... Так. Что такое? Давайте. Тут ты впрыгиваешь в него, тут у тебя не затолкать. Ладно, поехали. Все хорошо, но тут... Менять это все. Гальванику эту. Ставить более мощные аккумуляторы. И здесь уже можно будет построить... Сейчас, секунду. Воды. Воды... Water refilled. Угу. Еще у нас инвентарь. Еще воды. Water refilled. Вот, смотрим. Ну, давайте попробуем, начнем. Вот с этой, да? Так. Распиливаем. Только аккуратно. Электричество. Все. Вот. И здесь мы постараемся поставить уже чертеж. Так, коридоры, гаражи не то. Вот. Так, так, вот она. 30. Тридцатку она вырабатывает. Так, а ну-ка. Что ж такое? Не хочет она. Солнечная буря. А я не понял, почему она не хочет. А, вот. То есть, ну давайте так. Главное, вот здесь оно ни в какую. А вот тут, пожалуйста, да? Вот так. Давайте попытаемся. 15 солнечных элементов.
9 электроники. Ух ты, красота. То есть я, одной достаточно будет. Давайте, пятерка. Угу. Так, ну все, смотрим. Угу. 100%, 66 киловатт. Вы можете себе представить, а? Разницу. Почувствуйте разницу. Ну все, это спиливать надо. Однозначно. Вообще просто спиливать в ноль. Их 4 хватит для того, чтобы этот весь узел запитать. 4. Так, это мы все будем спиливать. Так, время. Тут нас ждет. Так, только не со стороны розетки. Солнечный элемент. Здоровье. Понятно. Солнечная буря нас ждет, но следим за здоровьем. Так, чертежи. Нам вот это среднее интересует. Что такое? Прям как оно не может встать-то никак. Тут определенное место надо. Вот, ну давайте вот так. Сейчас покрутим его вот так. Вверх, вниз. Не-не-не, вверх. На две хватит. 60 киловатт. Дуреть. Их 4 хватит для того, чтобы вот этот можно даже спилить. Их пока даже 4 хватит для того, чтобы более-менее тут все заработало. 36 у нас, так как у нас ладно, давай так, пока так. Первое. Вторая. Тут вообще 4 штуки достаточно, я думаю. Так, смотрим, сколько у нас солнечных элементов. Инвентарь. Солнечных элементов. А для изготовления еще одной у нас. Так, сюда забросим. 13, да. Для того, чтобы мы еще изготовили чертежи. Это у нас тут нужно 13. 2 еще солнечных элемента. Но это вообще сказка. И электроника нам нужна. Ну ладно, пока пусть так. Смотрим, рассчитываем все. Я думаю, тут их 4 хватит для начала. Ну хотя не будем тут допиливать все. Давайте. Так, 33, 33, 33. Все по 5. Общий 15. Вход с аккумуляторов. Так, давайте так. 4 сделаем. 72. Можете себе представить? Это хорошо. Так, только вот солнечная активность. Угу. Так, наборы этим у нас отключены. Я не знаю, там пока они нужны, не нужны. Но 72 киловатта это, конечно, сильно. Чё-чё? Что-что? Солнечная активность. Смотрите, аккуратно тут... Не погибнуть тут на радостях. Шестьдесят киловатт, да. Нам нужно будет сейчас вот еще один спилить тут. Ой, давайте вот эту спилим. Нет, вначале отключить это все.
И попытаемся построить еще одну солнечную панель. Только уже среднюю, да? Вот вообще, конечно, все это переделывать надо. Где-нибудь здесь поставим. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Чертежи, вот, среднюю панель. Вот она. Думаю, должно хватить. Электроника. Спатья. Так, у нас 6 дает, это 30-ку. Ладно. Еще одну спилим. Солнечная, так, активность. Да нет необходимых материалов. Да что ж такое? Еще одну спиливаем, все, и хватит. Да я погорячился. Но все равно мы запустим ее. По любасу. Все, давайте кабель. И быстрее прячемся от солнечной бури. Так, здоровье у нас пока еще у нас не подкачало. 36. Все. Смотрим. Так, смотрим здесь. 100%, 138. Вот и разница. Так, у нас здесь, угу, 138-70. Мы держим спокойно. Так, смотрим по здоровью, как у нас все. Хорошо, нехорошо. Музыка такая еще. Угу. Тут у нас растет медленно, но растет. Ничего страшного. Вот будем так сажать с этим кубатором. Это время тратить. Ну и так растет. Так, смотрим. Так, инвентарь. Инвентарь. Мы это сейчас все перебросим. Так, это так. Угу. Тоже руду. Нам кремний нужен. Ух ты, мы тут кладаем. Потребить. Все, поели. Так, это у нас солнечный элемент 13. Маловато будет. Электроника нам нужна будет. Смотрим еще раз, что у нас тут по технологии электричества. Еще у нас единица. Что мы можем? Больше мы, наверное, по всей видимости, ничего не можем. Средняя антенна. Чертеж средняя антенна. И нужен чертеж промышленное хранилище энергии. И нужен чертеж панели повышенной эффективности. Защита от холода. Вот, а это, ну-ка, а ну-ка, сможем мы патч? А ну-ка, кстати, давайте попробуем прокачать этот электричество. Патч, защита от холода. Тогда нам холод не страшен. Смотрите, точно, все, замечательно, все прокачали. Защиту от холода. Все, теперь мы не вмерзнем, как суслики. Так. Панели повышенной эффективности. Модификация значительно увеличить производство. Все, ну давайте так. Все у нас хорошо. Солнечная буря бушует. Да. Опа. Что у нас с кислородом? С кислородом тоже все неплохо. Ну, зарядим. Перебросим руду, наполним, заполнение. Ну и давайте так, что в принципе у нас как бы все хорошо. Инвентарь. Так, кальций, кремний у нас есть. Угу, давайте сюда это все. Так, это у нас алюминий и кальций.
Я предлагаю все-таки это все дело спилить, но это уже в следующей серии. Ну, хорошо то, что в принципе у нас все получилось так, как мы задумали. Вот, мы поставили две большие, то есть солнечные панели, средние панели на водозаборе. Все замечательно. У нас там мощности 36, 2 по 36, 72 киловатта. Замечательно. Ну все, давайте так. Давайте сделаем тогда небольшой перерыв. Вот, всем пока-пока.